Мусульмане они или нет, это надо, знаете, я его всегда возвращаю вот к этой, конкретно вот этой верхушке. Нет, эти люди, конечно, далеки от ислама. Сколько бы они там в хадж не ездили, сколько бы их эти хранители двух святынь там не принимали, на каком бы уровне их там не принимали, сколько бы они салаватов не читали, сколько бы они с ними четками на руках, на шее не ходили, как бы они не изображали из себя мусульман, посещая джума в пятницу, всячески рекламируя там свои молитвы, все это тщетно, и, конечно, это ничуть не приближает их к Всевышнему и не делает их мусульманами, потому что они в своей основе являются врагами ислама, врагами Аллаха, врагами мусульман. Посмотрел передачу про сравнение между чеченцами и ингушами, узнал из нее, что вы прямые потомки Ноя. А как ты думал? Ты смотрел ее? В чем тогда историческая миссия чеченцев состоит? Всем указывать на их кривизну? Ну, я ее не смотрел, потому что мне зачем ее смотреть? Я сам носитель этого прямого ДНК. Нет, я это не смотрел, и мне подобная тема абсолютно неинтересна. Конечно, я могу на эту тему пошутить, немножко постебаться, но чтобы всерьез так сесть и этим заниматься, это изучать в каком-то аналитическом плане, там просматривать это, не, я пас. У меня не скажу, что я прям такой занятый человек, что я сижу такой каждый день, встаю, и у меня прям вот завал, но я как-то отношусь жадно к своему времени и вот тратить его на какую-то ерунду абсолютную. Хотя многие скажут, ну ты то, на что ты тратишь, это тоже ерунда там, с точки зрения каких-то там высоких ценностей, наверное, так и будет. Но здесь уже вопрос в том, что тебе интересно. Может быть, это для кого-то ерунда, но мне это будет интересно там, посмотреть интервью какого-нибудь, например, человека, который для кого-то будет абсолютно неинтересным там и это будет полная ерунда. Но мне это интересно. А вот подобная ерунда мне не интересна. Сегодня у нас хорошая новость. Кадыров резко выступил против СВО и против отправки туда людей на то, чтобы воевать в Украине, и заявил, что джихад, это цитата, можно делать и не взяв в руки оружие. Вот посмотрите, что сказал Кадыров. В общем, никто тебе не говорит, что джихад нужно делать обязательно, там, будучи грязным, по горло находясь в этой грязи, в окопах, чтобы к тебе невозможно было приблизиться от вони, чтобы твоя вся борода была грязная. В общем, все, кто находится сейчас в таких условиях, в зоне проведения так называемой СВО, все возвращайтесь обратно, купайтесь, очищайтесь, мойте свои бороды. Кадыров наконец-таки принял правильное решение, высказал правильные слова в отношении этой СВО, за что мы выражаем ему свою благодарность. Ассаламу алейкум, как думаешь, кадыровцы являются кафирами после их грязных дел? Здесь нужно уточнение этого вопроса. Кого ты подразумеваешь под кадыровцами? Разные люди по-разному, то есть разный смысл в это вкладывают. Кто для тебя кадыровец? Тот, кто находится в окружении Кадырова? Тот, кто служит Кадырову, имея оружие в руках? Или те, кто идейно поддерживают, то есть даже не служат в этом, но идейно это поддерживают, кричат, что Ахмат – это сила? Или они все кадыровцы? Являются ли кадыровцами любые, кто там работают на госслужбе, например. То есть это такой вопрос. Для меня, я скажу свое мнение, для меня кадыровцы – это очень такое обширное понятие. Кадыровцем является сам Кадыров, там, его ближайшее окружение иудов, делимханов там, и прочие
типы, то есть это такие высший эшелон кадыровских преступников. И здесь вообще нет никаких сомнений, вопроса о их религии даже не встает, то есть что они там верующие, вообще нет. Здесь нет никакой дискуссии даже на эту тему. Но также для меня кадыровцами являются и, соответственно, все там, кто с оружием в руках этому служит, все, кто встроены в эту вертикаль власти в лице там всевозможных глав районов, в общем, таких людей. Также муфтият, всякие муллы, и в том числе любые, разделяющие эту идеологию, которые просто даже кричат, что Ахмад Сила, там какую-то поддержку им высказывают в комментариях, они тоже являются кадыровцами. Но вот уже здесь, вот с этими людьми, там однозначного вопроса о их вере, мусульмане они или нет, здесь, конечно, я уже так не буду рассуждать, как там, понимаете? Здесь уже нужно индивидуально там с ними смотреть. Поэтому вопрос... Мусульмане они или нет, это надо, знаете, я его всегда возвращаю вот к этой, конкретно вот этой верхушке. Нет, эти люди, конечно, далеки от ислама. Сколько бы они там в хадж не ездили, сколько бы их эти хранители двух святынь там не принимали, на каком бы уровне их там не принимали, сколько бы они салаватов не читали, сколько бы они с ними четками на руках, на шее не ходили, как бы они не изображали из себя мусульман, посещая джум'а в пятницу, всячески рекламируя там свои молитвы, все это тщетно, и, конечно, это ничуть не приближает их к Всевышнему и не делает их мусульманами, потому что они в своей основе являются врагами ислама, врагами Аллаха, врагами мусульман. Потому что они воюют с исламом, не просто с мусульманами там из-за каких-то, допустим, вопросов политических там, и так далее. Они воюют именно с исламом, они воюют с убеждениями, они воюют с сунной пророками или мусульмане Аллаха. Это на протяжении всего времени, что они находятся там у власти, они занимаются именно этим. То они с бородами воевали. Почему они воевали с бородами? Потому что это была атрибутика ислама. Это означало, что человек стремится к довольству Всевышнего, он стремится к тому, чтобы быть похожим на пророка, мир ему сыне Аллаха, на первых мусульман, на сахабов, да будет доволен ими Аллах. И они поэтому с ними воевали. Почему они воевали с хиджабами? Опять-таки, причина была именно в этом. Почему они с никабом воюют до сих пор? Все вот эти вот моменты, это война с религией, которую они ведут. И, конечно, после этого они не могут быть мусульманами. Но у вас может сразу задаться, вы можете задаться вопросом, а тот, кто это поддерживает, разве он не делает то же самое? Да, если ему задать эти контрольные вопросы, и он скажет да, то да. Но просто в этом сегменте уже бывают люди, которые этот момент так не понимают, они его видят там по-другому, либо они вообще в принципе об этом не задумываются, либо они не понимают всю тяжесть этих слов Ахмад Сила, когда они говорят. То есть здесь уже вот так вот однозначно сказать, я, наверное, воздержусь. Я и не говорю, что они там однозначно все являются мусульманами, но и какие-то там такфиры в их адрес я тоже делать не буду. Саламу алейкум, Кадыров, ты плохой отец, не смог уберечь своего сына от Идилова и Барса. Иншаллах, скоро опубликуем, как кадыровцы продают тела других кадыровцев, умерших на СВО ихним родным в Чечне. Хасан Халитов. Алейкум саламу алейкум баракату. بارك الله فيك برات انتظريني انتظريني يا قدسا انتظريني سأزير سدودا وقيودا وسأ